Всем привет, понедельник. Итак, начало новой недели, начало новой войны. Надеюсь, все получили халявного Девила, так как 9 часов было обновление и можно было купить Девилмона, также в 10 часов произошло обновление и, следовательно, 2 Девилмона вот за час, как вы видите, 2 Девила. Итак, начнем войну гильдии. Воюем с Emerald City. ЕСК Джепло. Интересный деф. Через Вальку возможно. Вот через Вальку, через Раму можно будет убить первый деф. А вот второй будет, конечно, потяжелее для меня. Посмотрим дальше. Иммунитет. Ну, давайте попробуем первый вариант, вот этот. Думаю, через Вальку. А вот второй вариант. Тоже через раму будем бить. Я думаю, водяную пати. Возможно, такую. Кого же еще бы поставить? Наверное, нужен будет подхил. Так. Вот пассивка будет мешать, конечно же. Думаю, белку поставим. Да. И рама. Поехали. Надеюсь, три атаки не разойдутся от Вальки, как обычно у меня происходит. А убью хотя бы одного. Кажется, так и будет. Нет. В принципе, неплохой расклад. Сейчас добьем белку. Не слишком толстый Дарион. Скорее всего, в виллах. И, наверное, ревенджи. Хотя ему не везет пока на контратаку. Нет, скорее всего, у него энерджи. Итак, кого же попробуем первого? Наверное, будем сносить Тайрона. Ну же, давай, в раскол. Да, умер. Так, наверное, будем сносить темного. Не слабо бьет, я так скажу. Осталась одна Хлоя. Думаю, проблем не составит. Сейчас через раскол попробуем. Неплохо. Два удара по 8000. Так, продолжаем. Таур. Первый деф, думаю, через Вальку можно будет попробовать. А вот второй. Я думаю, по-любому нужен Тесарион будет. Еще и в лидерах. Так как есть Дарион со своим расколом. Вот думаю, кого взять в ведро. Либо Веромоса. Хотя мне нужен будет еще подхил. И скорее всего это будет.
скорее всего, часун мы возьмем. Либо белку. Часун, либо белка. Думаю, белка все же будет лучше. Два раскола. Будем пробовать сносить дважды Веромоса, я так понимаю. Да. Поехали. Итак, надеюсь, белка не походит. Вот сейчас. Пока что повезло. Ай-яй-яй, все три атаки. Тут бы и одного удара хватило бы второго. Будем сносить белку. Слабенький какой-то светлый наш. Хотя, ой-ой-ой, метка плюс раскол. Может быть больно. Ой-ой-ой. И... Да уж. Главное, чтобы хотя бы белка да умерла. Сейчас будем пробовать вдвоем добивать. Да, обидно, что Вальку снесли. Да, через раскол и метку, конечно. Урон прошел неплохой. Хотя руны я вижу достаточно слабые на этом светлом варваре. Так, первая победа. Будем все-таки убивать, я думаю, Веромоса. Да. Два стана, неплохо. В ответ то же самое. Ну же. Умер, но еще раз нужно то же самое сделать. Я так вижу, его Веромос медленнее даже, чем мой. Хотя у моего-то 149 скорости. Итак, я думаю, Веромос умрет. Да, на нем два дота висит. Будем Дариону добивать, так как его пассивка мешает. Хотя она уже обезврежена. Но все же раскол мешает. Так. Думаю, подхилимся. Ну же стан. Отлично. Громас сегодня. Просто в ударе. Так, кого же мы еще возьмем? Наверное, две звезды, может три. Вот здесь у меня Вальку убили, так что я даже не знаю, кем вторую пати убивать. Честное слово, даже не знаю, как, кем убивать. Первую можно через раму. Но это смертельный бой, конечно, через раму будет. А вот во втором пати Рика может очень сильно помешать нам. Вот, даже не знаю, можно попробовать в принципе первую пати составить, а вторую из того, что останется. Итак, кого же можно взять у нас, чтоб рама танковал? Если набрать ветреную пати, нет, нужен только рама. Если, к примеру, взять вот так вот. Взять Хлою. И взять, к примеру, Мишку. Может, конечно, очень сильно помешать Веромос, если он будет добавлять к моему Тессариону. Точнее,
Камила, которая будет бить моего Тесса. С другой стороны, Арнольд третьим скиллом опустит моего медведя. И за счет этого можно будет убить, к примеру, того же Веромоса. Да, первая пати, скорее всего, останется одна рама. Если вообще закатит так, как я хочу. Вот, а вторая пати, нужно снимать будет щит. Итак, попробуем через такую пати сыграть. Хотя тут иммунитет. Ну, иммунитет — это не защита открыта. В принципе, да, можно попробовать так. Либо же взять ведро. Либо взять ведро, кого лучше, кого лучше. Угу. Нет, думаю, лучше так попробовать и сливать первую реку. Какие у меня дебафы? Скорость атаки. Попробуем. В первую очередь тут, конечно, нужно будет снести Веромоса. И, в принципе, да, кину щит. Хотя мой Тессари он сейчас походит. Ай-яй-яй. Валька не особо сильно бьет, но все же. Три прока, идеально. Сейчас будем сливать Камилу. Точнее, пытаться, если она не добьет быстрее. Да, будем первую Камилу пробовать сливать. Я думаю, кинем, да, щит, для того, чтобы Тессари он выжил. Добьет, не добьет. Если я... Ну, в принципе, что терять. И... Так как на два хода висит. Вот, добили. Ну, уже один Арнольд, конечно, ничего не сделает. Неделю мы закончили по стандарту, в принципе. Получил я около 180 камней. Теперь у меня их почти 900. И в следующий понедельник... Ого, вот этого я, конечно, не ожидал. Ну ладно, последний бой. Арнольд отжег около 900 камней. То есть в следующий понедельник буду открывать все паки, которые куплю. Также лего-свитки и так далее. Вот, а здесь будем сливать, да, реку, думаю, первую. Я не прошел раскол, вообще ничего не работает. Продолжаем сливать реку. И так, поражение или... Да, я думаю, лучше агр. Вот щит — это, конечно, плохо. Сейчас еще и белка подхилит. Ну, сняла. Отлично. Добиваем Рику. Отлично. Теперь будем сносить, я думаю, белку. В принципе, это пати не должно уже помешать нам. Белка. Хил она использовала. И вот на след... Да, сработал я вил. Ну, подхилимся немного. Будем набивать белку.
как и дальше. Да, сейчас она умрет. Итак, белка походит следующая. Да, она умрет от дота. Да, первый вар, конечно, на этой неделе не очень легкий попался. Ну, в принципе, неплохо. И на сервере, я так понимаю, время перевели так, как, к примеру, я с России, ой, с России, с Украины, Одесса, у нас был час разницы с Россией, поэтому было немножко неудобно в 9 часов воевать, а остальные в 10. Ничего магазин нового не показал, вот, поэтому сейчас вернули время и стало достаточно удобным быть все это. Итак, спасибо за просмотр данного видео, и всем спасибо, удачи вам, побед, первородок, пока.